У нас сьогодні у студії Олена Ярмоленко, фудблогер, автор кулінарних книг. Доброго ранку. Доброго раночка. Доброе утро. Поговорим, наверное, о сезонных овощах. Да. Вот сезон спаржи уже заканчивается сейчас, к сожалению. И как готовить спаржу? Ну, тут є різні варіанти, як її готувати. Одні там можуть жарити її, наприклад, 5 хвилин, інші 7, інші 10. От як, на твою думку, як правильно її готувати, щоб було і смачно, і корисно? Я вже за свою кар'єру фудблогера, там більше 6 лет, все, що я тільки з нею не робила. Я її запікала в пирогах, внутрі куриного філе, в общем, там мільйон різних рецептів перепробувала. І я прийшла к тому, що самый вкусный рецепт – это жарить 2 минути. Не запекать, а обжаривать 2 минуты с чайной ложкой сахара, немножко оливкового масла, немножко соли. Если жарить больше, мне кажется, она жестковатая становится, такая травянистая. Вот, поэтому 2 минуты, не более. Тобто зараз ми, в принципі, дізналися новий рецепт, як готувати спаржу. Ми беремо там пательню, підігріваємо, так, ложечку цукру, оливкова олія і спаржа. 2 хвилини і все. І потім... Да, спочатку треба відламати край, вона ламається якраз в тому місці, де треба. Тобто саме травяністая частина сама відламується. Вот. Обжарить ровно 2 хвилини і все. Угу. А ми дивилися сюжет перед цим про мікрогрін, про мікрозелень. Зараз це так супер популярно. Розкажіть про користь, власне, оцих суперфудів. Суперфуд – це мікрогрін, да? Ну, вообще, как зеленая еда, наверное, как и любые овощи, которые должно быть в рационе много, вот, где-то 50-60%, я думаю, что, вот, ну и плюс еще зависит от того, какая это микрозелень, то есть она же разная есть. І з сім'ян подсолнечника, з горошка. Якщо взяти мікрогрін, як можна його цікаво якось так обіграти і куди додати? Бо дійсно, коли це стало популярно вже в інтернеті, всюди мікрогрін, мікрозелень, всюди його додають. Ну, не знаю, наскільки це правильно, і все ж таки, з чим найкраще поєднується така от зелень? Ну, вот для меня, мне кажется, сразу такое вот ощущение, куда его хочется добавить, это в завтраке какую-то овсяная каша с пармезаном, с микрозеленью можно сделать, или какие-нибудь яйца пашот там на завтрак, что-то такое хочется к завтракам добавить его больше. Ну, це цікаво. Оце тільки каву з мікрогріну не роблять. Знаєш, що це єдиний недолік. Слухай, а розкажи, будь ласка, про найоригінальніше поєднання, там, наприклад, сезонних овочів, які ти сама придумала. Мені дуже понравилось із останніх. Це запечена синя капуста з медом і з корицею. Медом из корицы. Да. Да, да. Это очень вкусно на самом деле, несмотря на то, что так необычно, да, и мы никогда. Зазвичай яблоко с медом из корицы запекают. Это такое, да, синяя капуста запеченная. Вот я очень сильно люблю овощи запеченные, да, потому что это, во-первых, намного вкуснее, чем паровые овощи. Мы привыкли как? Ну, овощи, там брюссельская капуста, например, паровая, ну, есть ее невозможно. Она же просто невкусная, как трава. Вот, но если ее порезать пополам, там посыпать каким-то немножко острым чили и запечь, то это просто нереально вкусно. Вот запеченный такой зажаристый краешек брюссельской капусты. Вот. Точно так же и мы привыкли, что сезонные овощи, капуста молодая. Что мы делаем? Мы делаем салаты, рубим. Да, это максимум. Но можем еще голубцы накрутить. Вот. Но так как у нас... Наша украинская кухня вкусная, но достаточно трудоемкая. И голубцы, чтобы сделать это, надо 3 часа хороших так, потратить. Да, для того, чтобы это сделать. Вот, а потом все сели и за 15 минут все съели, и все, конец истории. Вот, поэтому вот молодую капусту я советую запекать в духовке. Это режется она стейками прям целая. Викладаємо на противень, можна додати томати, кабачки, все, що у вас є в холодильнике, овочі. Да, да, половинками можна розрізати томати. А вот. І запечь в духовці это очень вкусно. На самом деле, быстро и вкусно. Точно так же можно сделать синей капустой, полить ещё апельсиновым соком, корицей. И запечь, и потом уже натрел. Ну, это 10 минут приготовления на самом деле. А, вот. И потом уже на тарелке полить медом и съесть. Тобто сам процес випікання всього лишь навсього 10 хвилин? 10 минут, да.
То есть вы тоже режете целую головку на стейке, где-то шириной 1.5 сантиметра, выкладываете. Вы можете использовать пергаментную бумагу, и тогда не нужно поливать маслом, даже дополнительно, так как масло очень калорийное. И все-таки считать масло, да, мы привыкли, что майонез — это вредно, но на самом деле в масле, в растительном, больше калорий, чем в майонезе. Так, тут зараз рубрика для тих, хто зранку не поснідав, починається. Ну ви зараз реально розвіюєте міф, що з сезонних овочів можна максимум це зробити салат. Як люди звикли, от капуста з огірочками порізали, це також, в принципі, ті ж самі 10 хвилин, але це настільки вже звично і буденно, або там огірки з помідорами, ну... Вже нічого цікавого, а от хочеться. От і, опять же, полили маслом, добавили 800 туди калорій і з'їли салатик, і думаю, що ж ми не худіємо. І плюс 1 кілограм на ранок. В лучшому випадку 1 кілограм. Вот, поэтому можна вкусно, на самом деле, питатися, быстро, із сезонних овощей. Да, это тоже очень важно, когда вы едите те овощи, которые именно сейчас есть, вот на огороде они выросли, там, не прошлогодние, не там выращены где-то в другом стране, привезены сюда, неизвестно чем обработаны, то есть вы едите органическое, если можно так сказать, бабушка маркет, вы покупаете капусту, приносите домой, минимум масла, и будет вкусно. Вот цікаво, як ти вибираєш овочі? Ти на ринку, як я правильно? Якщо... Да. Я очень люблю ринок, я больше 10 лет хожу на житний ринок, и я прихожу туда как к своим друзьям, потому что тебя все знают, тебя спрашивают, как дела, как там, как дети. А як ти розумієш, що ось це, наприклад, органічний продукт, а тут є якісь домішки, тут уже питаннячка. Ну, вот я люблю, когда это бабушки совсем, там вот бабушки-бабушки свое продают, конечно, это вот так. Ну, вы же понимаете, когда оно все такое красивое, прям нереально красивое, то, конечно, тут без каких... Тут уже питання. Так. Да, да, как оно выращено, непонятно. Слухай, які ще зараз овочі для тебе популярні? Починається зараз сезон кабачків і цукіні. От якраз хотіла за це запитати, тому що от, згадую, для мене початок літа – це завжди кабачки. Але, от знаєш, вони... Не худший варіант, скажу так. Зазвичай мама там їх смажить оце в олії. От стільки масла в сковородці. Так, так, вони такі в клярі. І от цікаво якось їх от поїхати. Єднати з чимось, щоб це було смачно, але і корисно дієтично. Да, все, хочу, конечно, сказать, что все эти рецепты, о которых я говорю сейчас, и больше вообще 55 рецептов есть в моей книге, которую можно купить везде, в любом магазине, загуглите, в общем, все. Есть также в блоге и на моем сайте. По поводу кабачков и цукини, из последних рецептов, как я очень много генерирую вообще разных рецептов, потому что я похудела и хочу поддерживать эту форму, для меня это важно. Вот, не менее также важно, как и похудение, поддержание формы. А покушать вкусно я люблю, поэтому я всегда нахожусь в поиске новых вкусов. Вот. Последний рецепт — это цукини. Я сделала с тунцом. Вот. И с твердым сыром. Этот рецепт можно использовать, так как сейчас сезон гриля начинается, его можно использовать и на гриле. Вот. Я провожу кулинарные мастер-классы, ко мне приходят девочки, мои подписчицы, и уже многие попробовали, и они в восторге. Так что я очень рекомендую этот рецепт. Тобто цукини це треба на грилі обжарити? Нет, можно и в духовке. Да, мы делаем лодочки, разрезаем пополам. Достаем мякоть. Мякоть мы тоже используем. Режем, смешиваем с йогуртом, тунец, йогурт, томаты. Сверху посыпаем чуть-чуть сыра гауда и запекаем. Это очень вкусно. Я вже собі уявила. Я вже поснідав. Це актуально, що вже не їв. У думках, так, ми вже тут поснідали і пообідали. Так, а які для тебе найкорисніші приправи? Можливо, найсмачніші? Що ти зазвичай використовуєш? Я дуже люблю чилі. Перец. Вот. У меня только чили, там где-то 5 или 6 видов. Я очень люблю, мне кажется, он добавляет изюминку. Ну вот черный перец, он такой же избитый, да, там... Так.
Конечно, некоторые вещи я люблю с черным перцем, но в основном я использую один из самых популярных, самой популярной приправы у меня — это чили. Во-первых, во-вторых, я еще и фуд-фотограф, поэтому он такой дает еще и фактуры на фотографиях, красивые такие хлопья. И из последних, модная и трендовая сейчас приправа, которая только начинает завоевывать сердца наши, это копченая паприка. А раньше мы покупали только импортную, заказывали, там привозили мои подружки, стюардессы там, из Америки, из Европы. Вот. А сейчас уже наши производители начали делать тоже копченую паприку. Это универсальная, очень вкусная приправа с овощами, очень прекрасно сочетается, вообще со всем, в принципе, сочетается очень хорошо. Так. Я так розумію, ти от як фуд-блогер любиш експериментувати. Чи було Конечно. В тебе, яке спадає на думку найнезвичніше поєднання? Можливо, це були овочі, а може там, не знаю, фрукти, можливо, м'ясо. Це морожене з оливковим маслом. Це законно взагалі? Этот рецепт, который меня вообще поразил. Мы были в Италии и на дегустации оливкового масла, и вот они подбирали разные блюда к разным сортам масла, к разным, вернее, маслам, и вот это вот такое самое горькое и ароматное полили просто обычным ванильным мороженым. Ванильное мороженое. Я, конечно, сначала сказала, я это есть не буду, извините, и все что угодно, но очень, попробуй. И когда я попробовала, я поняла, что это самое вкусное, что я в своей жизни пробовала. Это настолько яркий и вкус, который ты забыть не можешь. Вот я рассказываю, у меня выделяется слюна сейчас. У меня уже план назрів. Тобто ми можемо просто піти до супермаркету, купити ванільне морозиво, оливкове масло, да. І будемо пробувати. Але воно, мабуть, було з якимись спеціями чи якось Ні, там. Ні, нічого не нужно. Абсолютно нічого. Вот эта гамма оливкового масла, да, конечно, естественно, надо холодного отжима, чтобы оно было достаточно с таким ярким, насыщенным вкусом, чтобы оно хорошо горчило так, вот. И просто ванильное мороженое. Класс. Теж не поснідала. І плюс я очень люблю разные сочетания мяса, фруктов, то есть фактически все рецепты мои, они до 5 ингредиентов и до 30 минут, 15-20 минут приготовления, абсолютно все рецепты. И вот эти 5 ингредиентов, есть какие-то яркие ингредиенты, да, которые там выделяются, и есть, которые помягче. Самые вот такие мои любимые, это когда сочетается мясо или рыба с фруктами, например, какой-то соус можно добавить еще туда. Да. Сыр, например, там лосось в темном соусе с манго и с перцем чили. Ух ты. Когда такие вот яркие сочетания дают такой вкус незабываемый, не можешь Класс. Забыть. И я не жарю ничего в масле. Я не ем... Масло для морозива. Да, не для жарки, для мороженого, 100%. Лучше ничего не жарить и не поливать. Поливать медом, посыпать копченой паприкой. А мед який повинен бути? Любой такой, который какой вам нравится. Я люблю разнотравие, тогда он такой ароматный и не принципиально. Так, давай тоді найулюбленіший твій рецепт. Ой, я не могу так сказать, потому что мои родственники, моя семья, люди, которые живут со мной в квартире, моя семья, они жалуются постоянно, что вот не повторяется, потому что было там какие-то баклажаны в прошлом году с моцареллой, и ни разу не повторяется, это было очень вкусно, еще раз хотим, хотя я постоянно иду вперед. Я постоянно хочу что-то нового попробовать. Те рецепты лучше, которые мне нравятся, я выношу еще на кулинарные мастер-классы свои, чтобы еще вживую показать, как это готовится. И вообще на мастер-классах я показываю основы, что это действительно... Девочки, которые приходят на мастер-классы, 15 минут готовки, они говорят, что все?
А что, три блюда, 15 минут и все? Как? Ого. Да, как это вообще возможно? Поэтому вот я уже 3 года провожу, 2-3 мастер-класса в месяц, вот, и показываю, что это все легко, просто, и вообще это не трудоемко, и легко для фигуры, и легко в приготовлении, и это просто нереально вкусно за счет сочетания вот этих необычных сочетаний продуктов. Вот, и... А потом все, вы же те, кто были на мастер-классах, те, кто смотрят там мои истории в Инстаграме, прямые эфиры, они уже понимают, что это все как бы реально. Вот, покупают книгу или готовят по другим рецептам. Ти прихильник здорового харчування, але солоденького ж хочеться іноді. Чи є в тебе якісь такі класні рецепти десертів? Из десертов, честно говоря, больше, ну, вот чаще всего, что я ем, это сорбеты из свежих фруктов. То есть я просто замораживаю и делаю сорбет. Все. Насколько складно его готовить? Сорбет? Чи це просто нужна спеціальна техніка, вот у мене соковижималка, в которой є насадка сорбет, і я туди вот через неї делаю. Это вообще просто легко, там, я не знаю, это даже не 15 минут, а 3. От так. Просто тотально розвіяли всі міфи про приготування. Я просто нещодавно почав готувати. Так. Слухай, ти пам'ятаєш свій майстер-клас, от який тобі найбільше запам'ятався? Буває таке, що ти коли розпочинається щось нове, от щось прям настільки сильно запам'яталося. Ні, ну історія, я ж много провела майстер-класи. У мене історій дуже много. У мене подрались дівчатки, наприклад. Клас, а чого? Ну, не могли там рішити, що важливіше в житті, що для них. Вот, ну, странно. Я думала, за якісь продукти, можливо. А було б погано, так, коли ти почали битися на столі, тому що не хочуть змішувати один з одним. Так. Так, що ще було? Історій багато, дуже різних. Ні, ну, в принципі, такого я так нічого не можу, такого все завжди, все більш-менш нормально, то якісь продукти забуваєш, то ще що, ну, от як таке, нічого такого. Так, а до тебе одні дівчата приходять на майстер-класи, чи хлопці? Ні, теж? Приходять і мужчини, теж пари приходять. Вот. Я делаю як одна майстер-класи, так і в колаборації з другими блогерами інтересними, там з експертами по етикету. Ми обсуждаємо етикет за столом, как, о чому можна говорити, о чому не можна, як сервувати стол. Вот. Я дуже люблю живі цвіти. У мене завжди на майстер-класі флорист украшает кулинарное пространство, где проходят мастер-классы. То есть это такие даже больше не как мастер-классы, что пришли, порубили там еду, все поготовили, собрали в коробочки, ушли. Нет, это еще и общение с людьми, общение между собой, вот, знакомство. Всегда интересно, очень девочки приходят, и мы кушаем, разговариваем, так, как красивый ужин. А про що, ну, зі сторони етикету, про що можна говорити за столом? А які теми бажано уникати? Ну, звісно, не можна говорити о ситуації, вообще, о воєнній ситуації зараз, вже вилетіла з голови. Ну, політика, релігія. Політика, релігія, звісно, да, да, да. Ціни, взагалі, спрашувати стоїмость, відпочинку і всього. В общем, нейтральних більше придержуватися тем. Ну, це, мабуть, і не тільки за столом, а й так в повсякденному житті, особливо, коли ти бачиш вперше людину і питати про її релігійні погляди або політичні, це, ну, не дуже так. Звісно. Ще цікавий момент, хто може говорити приємного апетиту за столом? Хто? Ви завжди говорите везде приємного апетиту друг другу. Так. Може говорити тільки той чоловік, який участвував в готовці. Якщо ви прийшли в ресторан, и вы друг другу не можете по этикету сказать приятного аппетита, потому что вы не участвовали в готовке. Только может выйти шеф-повар и сказать вам приятного аппетита.
Неочікувано. Тут, знаєш, такий розривчик шаблону під'їхав. Я все життя думав, що можна просто за столом приємного апетиту, їжте там на здоров'я. Якщо ви прийшли к мамі, мама вам приготовила супчик і поставила, але ви мамі не допомагали, мама тільки може вам сказати приємного апетиту. Якщо вона сяде теж з вами кушати супчик, ви але не можете їй сказати знає, по етикету. А мама образиться. Так, да, якщо вона не так. знає цього правила, мама надо подивиться розуміти. Так на тебе і все. Да, і який лучший комплімент повару? Це пуста тарілка. Власне, це так. І помита, так? Ні. Що, було б непогано. Ну, пускай моють роботи, я завжди говорю. Посудомойка, пускай пилісос пилісосить робот, пускай цим займаються роботи. Ми будемо розмовляти, общатися і вкусно кушати. Клас. А є ж там, наскільки я знаю, як правильно лишати ніжку і ніж і вилку. Ніж і вилку. Можна свою ніжку. Туфельку, туфельку. Після того, як поїв, там я десь в інтернеті бачила такий малюнок, де повністю розмальовано, де там, якщо навхрест, то це там одне значення. Якщо там паралельно, то інше значення. Если вам все понравилось, и вы хотите сказать повару, что все было очень вкусно, вы кладете нож и вилку на 5 часов, а ножик, как я говорю, животиком вниз к себе, животиком к себе ножик, на 5 часов, и ножик и вилку, тогда это ну, комплимент повару тоже. Класс. А что было все очень вкусно. Ну, крест-накрест, конечно. Крест-накрест. Да. Ага. Я тут розумію, що я не знав етикету і складав виделку та ніж отак. Навіть коли було дуже смачно, на мене так дивились, типу, все нормально з тобою? А потім не дуже хотіли наступний раз тебе приймати в тому ресторані. А потім ми вже не бачилися наступного разу. Все. Йому не бронювати столик. Так, так. Заносили мій телефон в чорний список і все. І все, да. Так. Слухай, давай на завершення, можливо, в тебе є якісь поради, які би ти хотіла сказати зараз на всю Україну людям, які не так корисно харчуються, наприклад. А что я хотела бы сказать? Пробуйте что-то новое. Не сидите на вот колупцах, не... Ну, это все очень трудоемко на сразах. Не сидите на голубцах. Не на голубях, а на голубцах. Пробуйте что-то новое, пробуйте новые рецепты, вот, потому что сейчас и продукты вообще изменились с тех времен, там, за последние 20 лет, и я вот маму свою пересадила уже на новые продукты, которые очень много на самом деле стереотипов о еде. Стереотипы о том, что это дорого, что рыба это дорого, или там сейчас эти всякие, в Анголе вот ракушки, что это дорого, это все стереотипы, сейчас это все доступно. Я даже вчера вот была в магазине, я смотрю, плавает живой огромный осетр, 300 гривен за килограмм, да? Ну вот так вот подумать, свинина на самом деле тоже сейчас около хорошая свинина, я имею в виду, она тоже, ну так же примерно все стоит. Сейчас эти цены уравнялись, поэтому лучше, мне кажется, съесть что-то такое, ну, новое. Вот. І не боятися і пробувати нові рецепти. Вот. Так, ну, найголовніше експериментувати, не стояти на одному місці. Да, да, пробувати нове сочетання і да, не зациклюватися на старих рецептах, поменше масла наливати в сковородку. А на морозиво ми пам'ятаємо. А на морозиво да. Дякуємо вам за такі круті поради, круті рецепти. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами була Олена Ярмоленко, фудблогер та автор кулінарних книг. Друзі, дякую, що були з нами. Обов'язково не забудьте підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут», аби не пропустити жодного нашого ефіру і переглянути, і згадати круті-круті моменти, які були з нами у цій ранковій студії. We'll be right back.